Всем привет! С вами канал Космостар. Кирилл Лавров, народный артист, любимец миллионов зрителей. Сыграл не в одном десятке фильмов. Настоящую славу актеру принесли работы в картинах «Живые и мертвые», «Братья Карамазовы», «Мой ласковый и нежный зверь». Кирилл появился на свет в Ленинграде, в творческой семье. Его отец Юрий Лавров был известным советским и украинским актером, а мать – чтецом на радио. В какой-то момент родители Кирилла решили переехать в Киев, но упрямый подросток не пожелал расставаться с привычным кругом общения. Он остался вместе с бабушкой в Ленинграде. Кирилл мечтал пойти по стопам отца, но в его планы вмешалась начавшаяся война. Мальчик, не успев окончить школу, вместе с бабушкой был эвакуирован в Кировскую область. Он работал в совхозе, а в возрасте 17 лет, в 1943 году, добровольно ушел в армию. Кирилл Лавров служил до 1950 года. Так как Кирилл не успел окончить школу, ни в один театральный вуз его не взяли. Тогда артист перебрался к отцу в Киев. На тот момент Юрий Лавров уже успел прославиться и стать звездой театра русской драмы имени Леси Украинки. Отец составил сыну протекцию. Юрий был артистом, стажером. Он в течение 5 лет постигал актерское мастерство под началом отца. В 1955 году Кирилл Лавров вернулся в Ленинград, где начал работать в Большом драматическом театре имени Горького. В кино актер начал сниматься в том же году. Он сыграл в таких известных советских фильмах, как «Живые и мертвые», «Братья Карамазовы», «Мой ласковый и нежный зверь». Но свою, пожалуй, самую главную роль он сыграл в 2005 году, когда на экраны вышел телефильм «Мастер и Маргарита». Кирилл Лавров блистательно исполнил роль Понтия Пилата. Тогда актеру было уже 80 лет. Первой любовью артиста стала Элина Быстрицкая. Правда, до свадьбы у пары дело не дошло. Поговаривают, что вмешался отец Кирилла Юрьевича, которому потенциальная невестка не приглянулась. Тогда Лавров обратил внимание на другую актрису, Валентину Николаеву. Пара сыграла свадьбу в 1954 году. Спустя год у них родился сын Сергей, а еще через 10 лет на свет появилась дочь Мария. Когда супруги не стало, Кирилл Юрьевич впал в отчаяние. Его здоровье пошатнулось, дочь забрала артиста к себе. Впоследствии пошли слухи, что у актера возник роман с молодой костюмершей из БДТ. Вскоре Лавров и правда стал выходить в свет в компании молодой возлюбленной. Многие считали, что девушка, которая была младше артиста на 50 лет, с ним по расчету. Тем не менее, сам Кирилл Лавров, личная жизнь которого интересна многим, говорил, что он с ней счастлив, и это главное. Вместе они прожили 3 счастливых года, пока актер не умер 27 апреля 2007 года в Санкт-Петербурге на 82-м году жизни. Причиной смерти Кирилла Лаврова стала лейкемия, организм не выдержал трансплантации костного мозга. Анастасия сразу уволилась из театра и уехала в неизвестном направлении. Возможно, еще при жизни он обеспечил ее будущее. По слухам, уже находясь в больнице, Лавров написал второе завещание, где оставил часть наследства своей молодой возлюбленной, и его дети с этим согласились за то, что женщина скрасила последние дни их отца.